Завершается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Срок подачи продлится до 6 ноября. Принять участие могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет с заявкой по одной из таких номинаций, как «Молодежные медиа», «Инициатива творческой молодежи», «Добровольчество», «Патриотическое воспитание» и другим. Авторы лучших проектов получат гранты в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, конкурсанты попадут на Всероссийский патриотический форум, который пройдет в онлайн-формате. А для победителей старше 18 лет возможно очное участие в форуме. Организаторы конкурса надеются дать участникам дополнительные возможности для самореализации, достижения своих целей, создания и реализации проектов. Заявки принимаются до 6 часов вечера 6 ноября по московскому времени. Ссылка в описании.